Привет, ребятки! Сегодня я хочу вам сказать то, что хотите ли вы видео о прохождении Киберпанк 2077. Вот как бы у меня вот она на другом компе установлена, я вам реально могу типа прохождение сделать. Это реально не скам никакой. Я вот посмотрел прохождение игры, ну как сказать, типа, ну да. В общем, 11 часов прохождения просто. Просто типа, ну реально. Так что если хотите, то вообще части, я думаю, 11 будет. Ведь каждая серия будет идти почти час. И вот знаете, в игре есть матюки, вот, маты. Так что я не знаю, ли смогу даже сделать видео, сделать даже, ну, видео, ну, ли YouTube, ли... В общем, ли YouTube именно даст это загрузить видео, даже если там будет маты. Вот. Ну, а хотя подождите, знаете, там же можно пропускать вроде бы диалоги. Так что никакого мата не будет. Так что я смогу. Вот, именно на S перемотать. И знаете, вот игра там идет тоже отлично. И как вы думаете, я ее купил? Нет, она скачена из торрента. Торрент игрухи. Ладно. Хотите, я буду записывать прохождение. Только это будет через несколько дней. Да. Ну. А почему вот именно прохождение именно будет типа, ну, почти час? Ведь там одна, ведь там запись именно не дает больше часа записывать. Кстати, хотите, я вам покажу сейчас программку, через какую именно на том другом компе я и записываю. Это системная программа записывания. Нажимаем, вот у вас на компе вот есть на клавиатуре, либо на ноутбуке, тут внизу. Правее есть, в самом низу, именно вот такая кнопка «Пуск». Мы одновременно с G, Q, либо это. Именно вот смотрите, мы зажимаем пуск, ну значок пуск и Q одновременно. О, видите, вот эта запись. И вот в это время, вот смотрите, я вот тут зарегистрировался давно, но у меня все, но я не могу записывать. Вот, осуществить запись сейчас невозможно, повторите попытку позже, вообще не могу. А там как могу-то. Так что вот так. В общем, вот так. В общем, если хотите, то я даже начну уже прохождение игры этой. Кстати, вот у меня вам к вам вопрос. Где актив? Над последними роликами, когда я записывал Roblox, то, блин, 14 просмотров. 7, 2, 8... Это что такое, ребятки? Не огорчайте меня. Если будет меньше просмотров на видео, то и значит части, и значит, это значит, я, видимо, не пройду именно Киберпанк из-за этого. Если хотите прохождение, то можете хотя бы добавлять хоть хороший актив на видео хоть. Ну, около 100 с чем-то просмотров ненормально. Но, блин, ну что это такое? Ну, на моему каналу нельзя, моему каналу нельзя так позориться перед кем, скажите. Ну не перед кем, просто не хочется, чтобы так было всегда. Так что вот вам я в сообществе опубликую эту запись. Так что вот и буду записывать, если вы хотите. Ладно, будем заканчивать. С вами был Димон Про. Пока-пока.